следующее. Как сделать так, чтобы не болеть? Что можно изменить в своем питании? Ага, хотелось бы сказать несколько слов. Мне очень нравится смотреть эзотерические, оккультные, магические выступления различных блогеров. И мне нравится, недавно понравился канал Садхгуру. Я в чем-то разделяю его идеи, в чем-то не разделяю. Я постарался сегодня взять те вопросы, которые ему задают и которые у него топовые, и ответить сегодня на те вопросы, которые ему задают, своими словами. То есть, как бы я ответил на те вопросы, которые задают ему зрители во время проведения его вебинаров, я постараюсь ответить на эти вопросы с позиции Дуйко отвечает. Ну и первый вопрос. Что сделать или что изменить в своем питании? Три вещи, чтобы не болеть. Ну и, по моему мнению, человеку необходимо есть три вида питания для того, чтобы избавиться от большинства заболеваний. Итак, первое. Утром ешьте имбирь, в обед ешьте лимон, а вечером перед сном съедайте либо вареное яйцо, либо кусочек сливочного масла. Много болезней исчезнут сами по себе. Не нужно мне верить. Просто начните это использовать и в дальнейшем просто скажите мне спасибо за это. Вопрос к Садхгуру. Как укрепить силу воли? Я могу ответить. Поможет просто чтение мантр или молитв, или помогут упражнения какие-либо. Это тотально усиливает волю человека. В случае, если человек, допустим, говорит себе, я 108 раз буду читать мантру такую, или 108 раз буду молиться и читать там «Отче наш, жииси на небеси», или читать какую-нибудь аят «Ля филя даусрахабди рахима салям алейкум», или еще что-либо, или он будет читать суру из Корана, но будет это делать длительное время и дисциплинированно. Вот такая ежедневная дисциплина, она 100% вырабатывает у человека силу воли. Ну, вот так просто оказывается.